хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки к осени на моем любимом сайте Гипюр. Как всегда, у них очень много новинок, и поэтому я скорее поспешила взять себе что-то новенькое, что-то легенькое. Давайте начнем как раз-таки с такого костюмчика. Я, честно говоря, обожаю костюмы спортивные, неспортивные, классические, какие-то такие повседневные костюмы, потому что не нужно париться, когда ты бежишь куда-то, собираешься. Быстренько взял костюмчик, натянул и побежал, если нет времени собираться, например, но при этом выглядеть хорошо, как-то и в офис можно, да, вот, например, вот этот костюмчик, который я взяла, он очень вообще такой солидненький, и при этом даже и повседневненький, мне кажется, даже в нем, если под каблук, ну, вообще под каблук, да, оно одевается вообще под каблук, будет, я думаю, очень вообще стильно, честно говоря, на любое мероприятие, на выход, на повседневку, и главное, удобно. Для меня это самое важное. Вот такая вот легенькая рубашечка, она совсем такая прям легенькая. 3/4 рукав вот такой. Мне понравилась в первую очередь расцветка, когда я на нее посмотрела, что мне кажется, она идет. Мне она такая легкая, какие-то такие цепи, горошек, вот тренды чувствуются, да. При этом она такая подпоясанная и идет под брючки. Классические черные. В принципе, можно это носить как костюмом, так и отдельно. То есть под джинсы можно носить вот эту рубашечку. А брюки, они вообще классические, удобные. Их можно носить под все, что угодно. Поэтому этот костюм number one, очень классный, подходит под все. Мне кажется, прям базовый гардероб должен быть у каждой девушки. Вот посмотрите, как на мне сидит. Здесь у нас пуговички впереди, поясочек. Здесь есть специальные такие вот петельки, чтобы вставлять поясок. И очень легкая, прям комфортная, прям класс-класс. По бокам разрезики. Брючки из такой вот тоже приятной костюмной ткани. Здесь они на резиночке, но при этом классические и с карманами, что очень хорошо. Длина замечательная просто. Прям, ну, под много что подойдет, не только под эту рубашечку. Следующее, о чем бы я хотела рассказать, это о супер вообще, как долго я искала вот такая вот олимпичка. Я, честно говоря, когда заказывала ее, я не сильно читала описание, но когда она мне пришла, я еще была приятно удивлена, то что она с утеплителем внутри. То есть это не только на погоду, которая у нас мимолетно проходит, потому что у нас лето жаркое, а потом раз уже и холодно. И это классно, что я ее смогу носить подольше, не просто там один месяц у нас, да, а реально она дольше. Здесь подкладочка. Что я искала, это вот эту расцветку. Я искала белую олимпийку с красно-синими или красно-черными полосками. Мне кажется, они здесь либо черные, либо темно-синие какие-то, да. Капюшончик сзади вот такой вот легенький. Она на резиночке внизу, все супер, резинка отличная, змейка очень мягкая, прям плавная, манжетики здесь. Вот такая, знаете, спортивная, плюс освежает, плюс вот, ну, вот эти вот мне нравятся цвета, когда их немного. Может быть, если вы смотрели мой влог, то я готова была уже там в каком-то магазине купить мужскую XL, там, по-моему, или L-ка последняя была, но она, конечно же, на мне не сидела. И когда я увидела на Гипюр, это новинки, естественно, если бы я видела такую куртку раньше, я бы ее давно уже взяла. Но это новинки, и она только появилась, поэтому я скорее такая взяла ее. Я взяла размер M. Потому что я люблю, когда на мне немножко сидит более свободное все. Я люблю вещи оверсайз. И, в принципе, если бы не было эски, эмки, я бы взяла себе эльку даже, да. И после того, как она ко мне пришла, и я ее померила, я могу смело сказать, девчонки, можете брать и эльку тоже. Я могла бы и XL-ку взять, потому что эта эмка сидит на мне как эска. Я вроде не очень большая, но я так понимаю, что эска, наверное, еще чуть-чуть поменьше. И я прям рада, что я взяла эмку. Вот правда. Для тех, кто любит оверсайз, я бы, честно говоря, смело бы сказала, берите и эльку, и XL-ку. И думаю, будет все замечательно сидеть.
Вот. Ну а так лучше сами смотрите, там есть размерные сетки, там по размерным сеткам вы уже смотрите, насколько больше вам нужна, если вы любите оверсайз. В общем, у меня М-ка отлично сидит, замечательно. Получилось не оверсайз, а размер в размер. Также здесь по бокам еще на змеечках два кармашка, достаточно глубоких. А это важно. Также продолжаем наш разговор. Еще я заказала своей невестке, это Натали, вы ее уже знаете, Наташеньке, это жена моего брата родного. Я заказала ей вот таких вот два подарочка. Она сама лично выбирала, и, честно говоря, мне прям очень понравился ее выбор, у нас с ней одинаковый размер. И она выбрала вот такую вот кофточку. Я тоже на нее давно поглядывала, но все не доходили руки заказать. Честно говоря, она прекрасно пойдет как на лето, так и на более холодную погоду, потому что ткань здесь достаточно плотная. Не мнется ткань, ну не совсем не мнется, но она, ну то есть не склонна к тому, чтобы все время мяться. Если вы ее оденете, то прекрасно проходите. И не один день, возможно, да? Очень красиво здесь вот эта вот сетка. Можно даже под поясок ее одевать, заправлять или выправлять. Я ее померю под джинсы, просто прикину. Но, Натали, если будешь смотреть это видео, классный выбор, классная вообще. Жаль, что я себе ее не заказывала. Но мы не будем ходить в одинаковых. Так что пусть эта классная блузочка будет у тебя. Буду любоваться. И второе, что она заказала, это вот такая водолазка. Я сначала подумала, ну простая водолазка, ну как бы базовый гардероб. А нет! Как она мне понравилась, такая утонченная. Натали наверняка обратила внимание на такие манжетики жемчужные, очень нежные, классные. Ну, а так это, да, базовый гардероб, красивый цвет, такой немного, знаете, серый, светло-серый. На мой взгляд, горлышко очень мягкое, его можно подкатить, сделать чуть поменьше, чуть повыше. Для меня оно не давит, все отлично, и ткань очень-очень мягкая. Натали, отличный выбор, я сейчас все это вам померю, чтобы вы просто посмотрели, как это красиво и нежно смотрится на мне. Сайте Гипюр появились новинки, а это подготовка детей наших к школе. Если у кого-то есть дети, я вот, например, заказала своему племяннику отличный костюм с рубашкой, очень стильный, пришел в хорошем качестве. Мы померили, я сейчас вам покажу здесь фотографии, может быть, немного видео. Мы с сестрой вместе гадали, какой ему размер заказать, размер в размер или на размер больше. Она говорит, что всегда берет на размер больше, поэтому заказывай на размер больше. Я заказала на размер больше, действительно пришел чуть большеватый, вот, костюмчик. Но она говорит, отлично, нам замечательно, на 1 сентября сходить, на выпускной останется. На самом деле костюм очень классный, качественный и реально очень стильно смотрится. Вот, сестре понравился, племяннику понравился, и носите на здоровье, будьте красивыми. Ну, а также продолжим лето, да, еще немного лета уходит, но оно еще осталось, и я тогда в конце вот видео решила рассказать о летних покупках. Велосипедки, да, это сейчас тренд у нас, здесь такие велосипедки интересные, такими вот принтами, здесь сердечко, а здесь у нас какая-то надпись, это такой комплектик идет. Велосипедки и вот такая вот оверсайз футболка. По бокам небольшие разрезики. Качество классное вообще, честно. Она немного тянется даже еще, такая со стрейчем немного.
но мягкая, хлопковая, ну прям класс. И тоже ее можно носить подвсюду. Да и велосипедки под любую другую одежду можно носить. В общем, я заказала себе этот комплектик, он вот так комплектиком продавался. Очень стильно, классно и, главное, очень приятно к телу. Вот, посмотрите, как на мне смотрится. Под конец лета поношу велосипедки. Заказала себе купальничек. У меня, кстати, был такой купальник где-то. Просто простой купальничек. Здесь занавесочки такие вот, да. Везде завязочки. Тут завязочки, тут завязочки. Занавесочки это я называю, вот, знаете, типа шторки. Открыл-закрыл. И такой вот купальник очень классный именно для загара. Когда вы хотите красивый загар, ровный, да, чтобы не было каких-то белых полосок явных, очерченных, да. Я люблю вот такие. На трусиках вот такие завязочки по бокам. Здесь, кстати, сзади вот такая сборочка. Мне кажется, такая сборочка подчеркивает попу, делает ее еще более такой красивой, округлой. И вот такой вот купальничек тоже на завязочках. Даже, мне кажется, на размера 2 может пойти. Даже может пойти на XS, на S, на M-ку. Смотря только какая грудь. Если очень большая грудь, то может будет прикрывать только соски. Ну, короче, я взяла себе этот купальник, потому что у меня был такой купальник голубой, и куда-то он пропал, исчез, может, я кому-то отдала, я уже не помню, но такой купальник должен быть в гардеробе всегда, его даже можно взять вторым куда-то. Ты пофотографировалась в красивых там купальниках, потом сняла, переоделась и начинаешь загорать в нормальном, удобном купальнике. Вот, приобрела, давно собиралась. Ну и также надеюсь, что под конец лета мне удастся одеть эту тунику. Такая, знаете, туника-платье, очень красивая. Давно на нее глядела, очень мне нравится этот цвет. Необычная ткань, то есть это не как туники, знаете, все делают из шифона там, да? А это вот, знаете, немного такая вязка какая-то, но очень красиво подчеркивает фигуру, отличный рукав, ничего нигде не давит. Если бы вот так вот завязали, да, все, прям как платье, честное слово, я даже подумала вот здесь немного застрочить, и все, и будет вам платье красивое. Особо ничего не прозрачно нигде, прям очень такое красивое, нежное, мне очень нравится, и я надеюсь, что мне еще удастся с ним куда-то сходить. Но если не удастся, то ник у меня много. Фотографий летних в этом году как-то не получилось много. Но вообще все время ты куда-то идешь, фотографируешься. И я люблю менять туники, честно говоря. Не люблю в одно и то же, поэтому у меня много цветов. Большинство из них я взяла на гипюр. И наконец-таки вот это платье туника ко мне попало. Еще одно приобретение на сайте Кипюр, это вот такая сумочка, вы могли ее видеть уже у меня, только в другом цвете. Я взяла себе, потому что она реально мне очень понравилась, она яркая, красивая, прям очень удобная, розовая у меня такая сумка, ярко такая розовая. И мне кажется, что это розовый цвет, он такой немного летний, да, лето, ну может быть еще, ну весна, лето, вот так, да. А синяя я прям взяла себе как раз ее к зиме. Мне кажется, что зимой отлично более такой темный цвет. Да, более такой брутальный. В общем, пока они не закончились у них, я решила взять. Мне очень нравится. Она такая бархатная. Внутри у нас змейка. Кармашек со змейкой. Также сбоку еще два кармашка. Очень вместительная, плотненькая. Ну, самое главное, это стильно. Еще здесь ремешочек вот так регулируется. И ручки есть. Вот. В общем, сумка огонь. Ну что, мои хорошие, на этом наше видео подходит к концу. Пожалуйста, напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось, что приглянулось, что идет мне, как на мне сидит. Мне кажется, что в этот раз, как и все предыдущие, все покупочки очень хорошие, хорошо сидят, я ими безумно довольна. Недавно вообще пришла ко мне мысль, что я хочу свою костюмерную. Да, когда у меня будет своя квартира, а не съемная, я, блин, все силы положу на то, чтобы у меня просто был огромный угол для своей одежды. И вот прям была костюмерная. Не факт, что я все это могу носить каждый день, да, но я хочу, чтобы эти вещи были. Знаете, бывает, смотришь ты на вещь и хочешь, чтобы она у тебя была. Придет время, ты обязательно ее оденешь. Но
оставить ее там без тебя. Лично я так не могу с вещами. Они, это у меня связь, понимаете, с вещами. Я с вами прощаюсь, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Скоро у нас будут конкурсы. Ну а пока я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео. Пока-пока!